Это 400 ISO, а я ставлю 800, и у нас сочная картинка. Это невозможный свет. Он... Вообще-то да. Просто фреш мир. И это с одним светом, а мы поставим два, то есть три. Плюс будет еще лампа. Короче, все, нахер, я иду спать. Это самая делать. Бездарная ночь, которую мы тут провели. Слушайте, вот сюда, короче, мне идея возникла. У нас есть 4 камеры, у нас есть 4 человека. Так. У нас есть вот это вот «но», которое будет нас ассистировать. Каждый, если возьмет камеру и снимет свой короткометражный фильм, и возьмет тебя как помощника. А потом мы в конце все склеим и посмотрим, у кого получилось лучше. То есть каждый монтирует по-своему? Да, каждый. Да, а потом устроим голосование, чей фильм круче, но без накрутки. Но без накрутки я не могу. А еще я буду от вас постоянно прятаться. Да, еще надо найти Димана. В контрольных точках появляется. Так, я снял 3 кадра, вызываем Димана. Пацаны, на Димана. Надо просто точку. Ты уже что-то придумал, я вижу. Давай, держи мои шлемы. Фу, блядь. Ну что, мы идем? Да. Куда мы идем? Там на базе, пойдемте посмотрим. Какой базе? Ну, там, в доме. Мы все определимся сейчас, что как. Какая идея, ну, в смысле, мы определимся с точными. Да, вы будете думать. С точным, чем нам нужно сделать. Федя уже, кажется, снимает. Пойдемте на них, поднимемся, поговорим там насчет этого. Не, я не думаю, что надо наверху говорить об этом. Здесь говорим. Потому что наверху мы будем громко говорить. Да нормально, мы говорить. Не будем мы шепотом говорить в пятером. Будем шепотом. Нет, сейчас шепотом. Это не шепот, это почти громкость. Что так вроде всех говоришь? Говорю так голос. Да, потому я не могу говорить шепотом. Наверное, идем. Идемте в кухню. Нет, идемте в кухню. Хороший Федя. Я начал. Я вас снимаю. Это стрёмно, да? Я сказал. Да. Тихо.